Сильные морозы пришли на Алтай. Корреспонденты Бийского рабочего публикуют рекомендации спасателей, как вести себя при низких температурах воздуха. Прежде всего, выходя на улицу, одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Одежда должна быть свободной, лицо желательно защитить специальным кремом. Чтобы не лишиться автомобиля в результате возгорания, прогревать его необходимо под присмотром. Какие еще советы дают спасатели, читайте на страницах Бийского рабочего. В связи с морозами мэр Барнаула Сергей Дугин поручил городским службам следить за температурой в социальных учреждениях, ежедневно мониторить температурный режим в школах и детских садах. При отклонениях от нормы на место должны выезжать специалисты для регулировки. Политсибрус со ссылкой на официальный сайт администрации города сообщает, что сейчас температура во всех социальных учреждениях соответствует норме. Алтайская гречка скоро станет брендовой. Об этом пишут журналисты «Комсомольской правды» Барнаул. Ее состав и уникальные качества сейчас изучают ученые технического университета. По предварительным данным, отличительными особенностями нашей гречки могут стать крупность зерна и ее витаминно-минеральный состав. По словам губернатора края, доказать уникальность продукции сложно. Однако такой опыт в регионе есть. Это знаменитый сыр советский и небезызвестный бренд «Алтайский мед». Возглавит ли бывший вице-губернатор Алтайского края Андрей Щукин региональный отдел ЗАГС? Этот вопрос задают в своем материале корреспонденты московского «Комсомольца» на Алтае. Однозначного ответа пока никто не дает. СМИ ссылаются на анонимные источники информации. Между тем, как пишут журналисты, куда только не отправляли работать Щукина, имеющего статус самого креативного и эпатажного человека в правительстве. Его даже успели практически усадить в кресло замруководителя городского главпочтамта. Все ближе новогодние праздники в Барнауле. Накануне Нового года появится 120 праздничных баннеров. Их дизайн, как сообщают аргументы и факты Алтай, опубликовала на своем сайте администрация города. Судя по информации, Барнаул к Новому году засияет, поскольку иллюминацию планируют использовать достаточно активно. В общей сложности по новогоднему оформят 21 улицу. Предпочтение традиционно отдают перетяжкам, виньеткам, гирляндам, пространственным композициям и плакатам.